Всем привет! Сегодня посмотрим еще на одну игру, которую можно, по идее, собрать и играть. И это у нас Open Clonk. Это какая-то фри-мультиплеерная игра, в которой вы управляете клонками. Кто такие, не знаю. Вот. Маленькие, но какие-то, наверное, удаленькие. Короче, первым делом я перейду на репу и напишу git клоне и склонируем репу. Вот, понеслось. Походу, она даже немного занимает. Судя по тому, что 38 мегабайт 11%, то посчитайте, сколько же будет 100%. Что для этого надо, для сборки, да? SDL 2.0 есть, LibGL есть, OpenL есть. Это я не знаю, но тоже, по идее, должно быть. И это, наверное, тоже должно быть. Как минимум, GCC 4.9. Ну, собирается она под OS X, под Windows и под Linux. Additional зависимости Qt. Qt, короче, все это у меня есть. Все, ты смотри, скачала. Так, как собирать? Собирать особо как не написано, поэтому делаем по старинке. Делаем папку build. Не, не такую. Делаем вот такую. build. Заходим туда. И нажимаем CMake. Вводим две точки. Ждем. Все, found, found. Есть. Ошибок нет. Ну что ж. Делаем тогда вот так вот. Маке. J указываем 10 ядер. Понеслась сборка. Так, а что это за игра? Ну, эти ссылки, конечно же, будут. Вот, будут. Development snapshots нам не надо. Короче, что это за игра? На YouTube у нас он, мы видим, видосик есть. Видосик. И пока собирается. Ага. Это какое-то приключение. Надо где-то ходить и приключать. Да? Ну, я тут смотрю, что он застрял. А, тут даже анимированный это. Смотрите, как он бежит. Нифига себе. И открытый исходный код. Кстати, она, по-моему, написана на языке C++. Здесь, по-моему, все игры, которые я показываю на C или C++, одна, по-моему, была то ли на Python, Open Horizont, по-моему, называлась, то ли на чем-то не C++. Вот. Блин, прикольно, смотрите, как выглядит. И когда-то будет время, будем пробовать делать что-то подобное. В самом простом виде, конечно же, не вот таком. Потому что одному это довольно долго делать. Ну, первую такую игру, понятное дело, когда уже это будет там вторая, третья там, или четвертая, пятая игра, то довольно-таки быстро делать. Потому что все наработки уже будут. Вот. Вот так, крутится мельница. Мне кажется, не туда. Ну да ладно. Это типа обучалка, да? Что тут стрелка все время бегает? Говорит, куда идти. Опачки, смотрите, в домик, походу, можно заходить. Можно заходить, также что-то там написано, текст, который надо читать. Ну, с ворнингами собирается. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ладно, что тут говорить. Игра-то есть, и в нее играют. Так, ладно, походу, сейчас она будет собрана. И вот у нас уже собрана. Значит, нам осталось, смотрите, сервер есть. Есть не сервер. Давайте запустим не сервер. Опачки. Error. Error opening system group file. Да, я этого не ожидал. А что такое? А может под sudo давайте запустим. Sudo open. Ну, по-хорошему, do not run, как, ага, блин, а что-то я не то сделал, да?
Наверное, надо было бы еще инсталл сделать. Ладно, сейчас я быстренько гляну и продолжу. Короче, я сделал следующее. Sudo make install. Я, правда, еще не запускал. Но фишка в том, что я понаходил... Вот, смотрите. System.osg. Это то, на что ругалось. Вот, при make install, при инсталляции... Ну, конечно же, можно было бы не устанавливать, а можно было бы найти в дате вот эти файлики и бросить туда, куда нужно. Конечно же, это можно было бы сделать. Правда, я еще не запускал. Давайте. Как оно там называется? Блин, а как игра называется? Open Clone. Давайте я напишу. Open. Ого, сколько, блин, это все инсталл делал, надо поудалять. О! Open Clone запустилось. Options. Эй, а как... А, надо тут что-то ввести, окей. Мне. Options, English и немецтиш. Нам это не надо. Скрины, елки-палки. 1920 на ты... О! Это совсем другое дело. Программ. Не надо. Блин, прикольно. Ну, выглядит красиво. Ну как? Ну, нормально. Старт. Tutorial Missions World. Давайте World. Ёлки-палки. Да, так ёлки. Смотрите, тут можно копать, рыть и добывать. Давайте золото добывать. Ну, шрифтец в нижнем левом углу, конечно, мелковат. Могли бы... Ну, даже не то, что мелковат. Можно было бы чуть-чуть другим шрифтом, чтобы более... Не, оно читаемо, но... Но надо же к чему-то придолбаться. Так. А как управлять? Чё, кем, как? Это что, их двое или это такой глюк? Indeed. А, это они типа общаются, да? Со, смотрите, я нажимаю кнопку, и он типа копает. Погнали. А как второго выбрать? Блин, а как выбрать второго? Стрелочки. Надо туториалы, ребята, проходить. О, это я нажимаю ASD, и он типа ползает, и этот. О, взял лопату. И чё, вот это он так, эту твёрдую породу разрывает. Короче, смотрите, я зажал кнопку левую, и вот он типа копает. Хм. А прыгать? Прыгать он что-то не умеет. Нет, я хочу... Ага, вот, а это... Так, стрелки не работают. Опачки, смотрите. Q нажал... Ой-ой-ой, я нажал я нажал Q. Вот, смотрите, в руках лопата. Сейчас взял Q, и у него молоточек. Я нажимаю левую кнопку, и можно, походу, что-то построить. Вот, сундучок можно построить, да? Но для сундука мне надо... мне надо... Два дерева. Нажал E, это, наверное, инвин... Не, это, наверное, не знаю. О, нажал... О, буква О переключает. Вот я переключил. Переключил. Буква О. Блин, как прыгать? Так, давайте еще раз. О. Не. Не, О это выбрало вот этого чувака. Как мне предыдущего выбрать? Блин. Что делать? Короче, я все вот понажимал только что все кнопки и решил выйти. Ну, дело в том, что надо туториал пройти. Но, смотрите, у нас есть миссии, у нас есть миры, у нас есть еще что-то, паркур какой-то, у нас есть защита, у нас есть арена. То есть здесь, ну, неплохо так, неплохое разнообразие. Поэтому, мне кажется, игра довольно-таки, наверное, будет интересная. Ну и, конечно же, надо сразу ознакомиться с кейбордами. Можно также геймпадом, если у вас есть. Можно по нетворку поиграть. Хм. Круто. Ну, наверное, все.
Игра собирается несложно, играть можно, и можно брать идеи для своих игр, и в том числе даже с исходным кодом. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!